В настоящее время транспортное обслуживание населения на территории Одинцовского городского округа осуществляется на 140 автобусных маршрутах. Администрация Одинцовского округа в пределах своих полномочий организует транспортное обслуживание населения по 75 муниципальным маршрутам. При подготовке к текущему сезону в каждом транспортном предприятии назначен ответственный за выпуск автобусов на линию, обеспечена замена резины, закуплена незамерзающая жидкость, усилен контроль за техническим состоянием отопительной системы автобусов. Регулярно проводятся проверки. Так, на линию не допустили 8 единиц транспорта из-за нарушений работы отопительной системы, но на сегодняшний день все неисправности устранены. Контроль работы транспорта осуществляется через систему мониторинга. Также проводится анализ жалоб на интернет-портале «Добродел». А в холодное время года в округе Мострансавто проводит акцию по раздаче горячего чая жителям на автобусных остановках. Там, где холодно и приходится ждать долго, мы такую миссию вместе с вами на себя возьмем. Немножко людей согреем, успокоим и создадим более комфортные условия. И, конечно, не только на автостанции, автовокзале, но и самое главное, там, где у нас как раз вот утром в час пик основные проблемы, очаги. Коммунальные службы округа с 15 ноября перешли на зимний режим работы. За этот период было 8 снегопадов, выпало около 24 сантиметров снега, а температура опускалась до минус 20 градусов. Ежедневно в содержании автомобильных дорог задействовано около 50 единиц техники и более 100 рабочих. В условиях снегопада количество дорожной техники и специальной техники, как погрузчики и экскаваторы, увеличиваются за счет собственных сил подрядных организаций. Обновлением собственного парка спецтехники подрядные организации занимаются самостоятельно. К этому зимнему периоду было обновлено и закуплено порядка 20 единиц техники. Также в округе предусмотрено 4 места складирования снега. И за период с 15 ноября выполнено 12 циклов уборки. Ольга Дмитриева, телекомпания «Одинцова».